такое любовь? В христианской коннотации это желание себе спасения. И спасение в религии, в нашей, возможно, только через другого человека. Ты не можешь спасти свою душу в сферическом вакууме, не можешь. Да, аскеты уходили в пещеры и в пустыню, но там они боролись с самим дьяволом, поэтому это вообще не вариант для обычного мирянина. Ты можешь спастись только через своих близких, любя их, спасая их, помогая им, уступая им, будучи милосердным, смиренным, кротким и так далее. Вот как-то, наверное, так. И, наверное, отчасти это что-то недостижимое, но то, в сторону чего можно хотя бы полежать.